«Россия в электронном виде». По таким названиям пройдет Олимпиада, организованная библиотекой имени Ельцина. Участие в ней примет и Карачаево-Черкесия, где на базе Центра удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки уже 21 сентября пройдет первый этап. Сотрудники Госбиблиотеки имени Халимат-Байрамукова и Республиканского Минобра в ходе совещания с представителями президентской библиотеки Ольгой Гасильблат и Олегом Абрашкиным обсудили вопросы организации проведения Олимпиады на региональных площадках. В режиме видеоконференц-связи стороны рассмотрели условия подключения оборудования центров на базе удаленных читальных залов, порядок регистрации участников и их подготовку к Олимпиаде. Коллеги также обсудили преимущества, которые дает участие в интеллектуальном соревновании при поступлении в ВУЗ. Тем ребятам, которые будут, для которых важно при поступлении баллы по истории обществознанию, им, конечно, есть смысл принимать в этой Олимпиаде участие, потому что участие в ней дает дополнительные баллы к ЕГЭ. Те, кто будет поступать в Петербург в университет, тем будут бонусы добавлены при поступлении на русский язык.